ТЭФ «Регион-2013» сейчас в Екатеринбурге подводит итоги этого, пожалуй, самого престижного телевизионного конкурса страны. Ну а весь коллектив национального телевидения болеет за нашу коллегу Марию Шоклеву. Она вышла в финал конкурса в номинации «Питчинг идей», то есть презентация с целью продвижения проекта. На суд жюри Мария представила идею телеигры «Наобум». В эфире нашего канала это шоу появилось в сентябре 2013 года. Во время игры участники передачи придумывают слова, содержащие определенный слог, и передают друг другу тикающую бомбу. Тот, в чьих руках она взрывается, из шоу выбывает. Так в игровой форме участники и телезрители пополняют словарный запас и вспоминают правила русского языка. Приедет ли наша коллега с конкурса с победой, станет известно позднее. О том, как Мария оценивает свои шансы на победу, она рассказала по телефону. Сегодня последний день конкурса ТЭФ «Регион-2013». Только что закончилась церемония защиты проектов по номинации «Питчинг идей», куда как раз программа «Наобум» и вышла в финал. То есть 4 претендента на главный приз. Мы все за определенное время рассказывали свою идею, показывали. А член жюри задавали нам вопросы. Главный председатель жюри – это претендент кинокомпании «Медиа» Александр Акопов. Моя идея вроде как понравилась. Все с удовольствием поиграли в «Наобум». Я такое импровизированное шоу устроила, вызвала игроков, и мы разыграли. Придумывали слова, перебрасывая бомбу. Каковы результаты, не знаю, будет известно вечером на церемонии закрытия.